Всем привет! С вами снова я, Таня Бекметова. Повышаем трафик и не забываем про взаимные лайки. И грамотно подбираем контент. Под хэштегом Тараграм мы собрали самые яркие и самые запоминающиеся аккаунты самарских авторов сети Инстаграм. Готовьте палец для лайков, ну а мы начинаем наш Тараграм. Самарский шеф-повар Иван Родионов рассекретил секрет вкусной пиццы. «Обязательно ставьте тесто за сутки до приготовления», – пишет автор. «Я обычно кладу половину семолы, половину обычной муки и непременно живые дрожжи. Через сутки у такого теста нехитрая спиртуозность, поэтому еще лучше держать в холодном месте или вовсе в холодильнике. Обжимать 2-3 раза. Соус – это не соус вовсе. Томат, чеснок, базилика, орегано и соль. Скорее, вкусный сок. Если делать из свежих томатов, кожуру и семена долой. Сыр возьмите нормальный. Пицца-то, конечно, еда бедняков, но у нас разные с итальянцами обедки. Всем добра и приятного аппетита! Самарский ательер Дарья Еленева посоветовала френдам заиметь в своем гардеробе красное платье. Такое платье, пожалуй, второе важное платье гардероба после пресловутого маленького черного. Красный цвет – это сексуально, притягательно, обезоруживающе. Девушка в красном всегда в центре внимания. Красный идет всем. Белокожая блондинка, смуглая брюнетка и солнечная рыжеволосая красотка будут выглядеть в красном одинаково здорово. Его невозможно не любить. Красный цвет придает уверенности. Секрет, как и в случае с красной помадой, в выборе правильного оттенка. Фитнес-няша Николь Григорьева поделилась со своими 100 тысячами подписчиков кошачьими проблемами. Вы только посмотрите на довольную в кавычках моську Оксаны Ильиничны. Я случайно перечесывала оксу. Вот это вся копна, только с нее одной, я уверена, можно еще столько же вычесать. Будет у меня меховая шапочка в следующей зиме. Форминатор заказала. Сначала хотела купить в магазине товар для животных, но там эта чесалка стоит почти 3 куска. Капец, почему так цены накручивают? Я сравнила эти штуки одинаковые. Сейчас пойду Астру вычесывать, напишет няша. Котиком потянула и Ольга Шевченко. Девушка отправилась в Котеню на Молодогвардейской. У каждого из этих котов своя судьба. В Котеню можно просто приехать, поиграть, получить массу позитива от этих милых созданий. У каждого котика ошейник с именем. Они все привиты и ждут своего хозяина. Здесь нужна любая поддержка. Лекарства, бытовые средства для уборки, миски, ошейники, вкусняшки. А также у ребят приют и собак, в которой тоже нужна ваша помощь, внимание и любовь. В собачье отделение можно приехать бесплатно и выгулить собачку. Они редко гуляют и будут вам очень рады вашему вниманию и заботе. Наша самарская королева бодифлекса Алина Шпак показала френдам свое любимое упражнение. «Иногда я забываю, что приношу пользу людям», – пишет девушка. И «мне кажется, что я живу, как все. Плаваю в море голышом, загораю на нудистском пляже, путешествую по городам и странам, ем все подряд и пью очень много шампанского. Но когда я открываю глаза в понедельник утром, то вспоминаю, что пора вести тренировки, сжигать чужие жиры, ну иногда и свои, и, как говорят сами люди, помогать им совершенствовать себя и перерабатывать все сожранное в взрывную жизненную энергию». Алла Мунаргия, самарская певица из проекта «Голос», рассуждает из Москвы про уколы красоты весной. Хочется перемен, обновления, перезагрузки. Открываю Инстаграм, а там весомая часть женского населения, моего возраста и даже те, кто помладше, идет за уколами красоты. Смотрела я на это и подумала, может, оно и мне надо. Навела справки, нашла косметологов. А, не мехором. Зачем раньше времени это делать? Нет у вас таких показаний. Радуйтесь своим настоящим широким скулам и пухлым губам. А вот Женя Давыдова рассуждает про красивую кожу. От жирного, сладкого, мучного, газированного и проблем с лишним весом кожа становится дряблой и неровной. Нервная система расшатывается, сахар как наркотик. Мозг тупеет, волосы выпадают, тускнеют. Лицо выглядит старше, внутренние органы сложнее справляются со своими функциями, целлюлит одолевает, кровообращение хуже и так далее. Это маленький список против минутной слабости. Да ну нафиг! Сила воли либо есть, либо ее нет. Остальное отговорки. Самарский психолог Наталья Богдан поясняет френдам, что такое любовь. Все хотят любви, с
Сперва от мамы, потом от друзей и учителей. И обязательно от мальчиков и девочек, которые вырастают в малопонятных людей другого пола. Но именно их любви хочется больше всего. И все равно на первом месте мамина любовь. Хотя многие не осознают. От недолюбви народ спивается, мстит женщинам, наказывает себя и одиночеством, или наркотой, совершает подвиги, преступления, просто делает очень больно близким, ежедневно, мелко и очень много. Еще рожает детей часто, чтобы избавиться от недолюбви, отмечает психолог. Мы решили продолжить тему и продемонстрировать вам влюбленные парочки нашего города и заодно порадоваться их личному счастью. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно. Так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. До встречи!